Ну что, дорогие друзья, всем привет, с вами Bloodlines, и сегодня мы дальше продолжаем играть в Witch Heart, и мы, не прошла неделя, а мы уже записали серию. Кому надо спасибо сказать? Надо сказать спасибо, конечно же, Алое, потому что она переводила вот эту серию, и мы будем сегодня смотреть. Серия обещает быть очень интересной и довольно-таки необычной, и может быть даже жесткой. Так, Эша встречаем, когда заходим в кухню, и не получается ничего. Эш? Добрый вечер, Наэль. Прости меня. Так, и он уходит с кухни. Почему он тут? Непонятно. Я уже не помню на самом деле, что было, но можем зайти на кухню. На кухне почему-то никого нету. Идем к Эшу. Что-то Эш скрывает, может быть, или нет. Нам нужно поговорить с ним и узнать об этом. Да, друзья, не забывайте сразу ставить лайкусики, чтобы их было побольше, потому что просмотров мало, но мне все равно. Игруха офигенная, и поэтому я не буду это... Я не буду, конечно же, бросать ее. А? Почему? Мне показалось, что тебе больно, правда, больно? Я в порядке, ничего такого, правда. То есть, он подумал, что ему больно на кухне, что ли, или что? А, ну пока ты тут, может быть, мы выпьем, как поздняя ночная тусовка. Типа поздний, вместе тусовки или что-то типа такое. Перевод смотрю, не пойму. Ладно, замечательно. Выпить, неужели? Но я не очень хорош с алкоголем. Вода подойдет? Нормально. Конечно. Он сидит, бухает, нормально винцо. Мне кажется, что-то сейчас будет не очень. Почему он вообще пьет? Так. Он ни разу вообще не пил. Опа, наливай, давай, бабах. Так. Я позаимствовал его в столовой. Я чувствую, будто бы, хочу немного выпить. Это сейчас столовая, теперь... Пролистывай. Где именно? Столовой пролистывай. Чувствую, нажми. Будто бы хочу с тобой выпить, вот сам по себе. Я вот позаимствовал это в столовой. Вот, извиняюсь. И вот хочу, немножко выпить. Что такое с вином? Вот, он говорит. Где ты вино, наверное, достал или типа такого? Сам по себе? Сириус будет расстроен. Я пересеку этот мост, когда доберусь до него. Кроме у него там много этого, наверное, поэтому я сомневаюсь, что он поймает меня. Господи, тут перевод так странно написала. Mm-hmm. Какой мост, кстати? Какой я пересеку мост? Фразеологизм, не знаю. Странно, если подумать об этом. С тобой что-то случилось, Наэль? Ты просто выглядишь немного счастливым. Счастливым, потому что набухался уже. Правда? Возможно, ты и прав. Блин, очень громко, надо чуть потише сделать, потому что орёт просто. Что такое, что это за такие сердечки? Я тоже. Кое-что очень хорошее случилось сегодня. Я тоже кое-что хорошее. Well, me too. Типа, я счастлив тоже, он говорит. Подожди, ты правда выглядишь немного счастливым, правда, возможно, ты и прав. Я тоже. То есть он говорит за Наэля, типа, что он счастлив, да? И говорит, типа, я тоже счастлив. Я понял, просто я думал наоборот, тот говорил другому, ладно. И что же это? Это Луван, красное вино. Оно на самом деле мое любимое. Типа он счастлив из-за того, что вино нашел свое любимое. Правда. На самом деле, я знаю, что Луван был известен за свои виноградники. Да, Луван, нация винограда. Вкуснятина. Оно правда щекочет мне изнутри. Мне кажется, он сейчас напьется и будет всех убивать. Так? Или хрен его знает. Опа. Что-то затемнилось, так Наэль, я? Что такое? Эш ведет себя странно. Его голос и тело дрожат. Что-то случилось не так? Не так ли? Я могу быть проклят ведьмой Дороти. Нормально. Что? Там этот портрет ведьмы Дороти в прихожей, да? Я прикоснулся к нему с любопытства и случайно поцарапал его. Нормально. И он боится, что его проклянет ведьма Дороти. Затем я услышал зловещий смех в моих ушах. И голос сказал, я встречу тебя этой ночью. Что же я должен делать? Возможно, я сделал фатальную ошибку. Эш? Смех? Странно, что смех там был. Я знаю, это не мисс Дороти. Это должно быть розыгрыш монстра. Монстр-пранк. Просто поиздеваться над Эшем за то, что повредил портрет. Это, наверное, этот, как он называется, Сириус поставил и тому подобное, Бузеров. Вовремя. Все в порядке. Я не знаю, что случилось что-то плохое. Я не думаю, что случится что-то плохое. Наэль. Да, это верно.
К тому же у меня полно разных защитных амулетов, хотя бы один из них точно должен сработать. Да, я уверен, так и будет. К тому же, если это низкоуровневые демоны, они не смогут сюда войти. Так. Ну, смех может быть такой, да. Так, нам опять куда-то подходить или типа такого, да? Так, к Эшу подойдем. Это было весело, спасибо, что составил мне компанию. Давай выпьем вместе еще как-нибудь. Верно, обязательно. Так, ну все, мы поговорили с Эшем. Странно, как-то он вообще тут... Как-то на Элли с Эшем как-то вообще не вяжется. Просто на удивление. И он думает, что он проклят, хотя... Наверное, уже напился. Так, а вот и Рудж. Так, ну время пришло. Готов вернуться. Так, Гост Вишолд. Если мы можем, побродить, походу, чуть дольше и можем, походу, сразу вернуться. Но мы возвращаемся, потому что тут больше нечего делать, скорее всего. И вернуться, наверное, туда же, где мы и были. Ну, вы понимаете, да? Кажется, у людей тоже есть всевозможные проблемы. Ха-ха, редко такое о тебе слышу. Возможно, ты беспокоишься? А, что это за абсурд? А твой мозг расплавился или что? Давай, пошли. Хм. Типа, беспокоишься за людей, что ли? Он имел в виду, да? Так, заставочки. И мы идем в метамир. С 10-летнюю девочку. Ну, типа Нелли высокий, а она маленькая, как сиська. Так одинаковый ростом. Хм. Сторона... Кого? Это сторона неизвестного? Ну? Опа. Может быть, это мэр? Хм. Так, вот тут мэр плохой, потому что, ну кто же еще тут может быть? А, почему? Ты здесь. И почему у тебя есть это? Что ты? You have that. Почему ты имеешь это, да? Что происходит? Стой! Что происходит? Его убили? Что за херня? Что-то как покажут, и ничего не понятно. Но интригует пиздец. Кто-то убил, походу, чувака. И... Блин, это не Наэль случайно был, потому что у него пиджак был синий. Это не он? Потому что, ну, блин, у него костюм у одного синий. И, блин, по рукаву... Сторона? Рудж. Блин, ну это вообще какие-то пиздецы. Это что за детектив какой-то уже пошел? Непонятный. Сейчас будут чайки. Да они тут все время, эти чайки. Сейчас будет еще лучше. А, слишком плохо, Наэль. Похоже, сделать всех счастливыми было просто невозможно. Но мы приближаемся к главному событию, так что пристегнись. Вне зависимости от того, какая эпоха, легендарное сокровище, которое исполняет любые желания, сводит людские сердца с ума. Как бы ты ни сказала, Дороти... Ты бы так не сказал, точнее. Хм. Но кого он мог убить, непонятно. Теперь она тут, а не Лайм. Так что у тебя есть? Что ты имеешь? Желание, за которое ты готова убить? Если ты пойдешь на это, то сможешь просто сделать это реальностью. Правда, там написано было трюком. Что за херня происходит? Скажите мне, объясните просто, что происходит? Кто? Опять песочные часы, походу, олицетворяют то, что, скорее всего, время должно утечь. 4 дня. И 4 дня это вот это песочные часы. Время истекает, контракт не находится, все умирают. Все. Чё? А дальше что, бесконечность? Мамбл. Короче, все то же самое. Утро доброе, там зель, пердель. О, господи, капец. Вроде идешь, вроде все уже понимаешь, но под конец опять начинается какой-то непонятный вообще майонез просто. Так, платье одеваем сразу же. И сейчас, наверное, опять в столовую, и вообще опять то же самое все происходит. Можно это все было бы пропустить, мне кажется, да, потому что... Ну, все равно сейчас уже идти. Ну просто. Да, просто одно и то же постоянно, и растягивается на 40 минут одна серия. Она же милая, посмотрим на нее. Ну да, ну. Мы уже пошли больше половины, так что скоро закончится, и мы будем скучать по этой игре. Да. Да, там еще бонусные комнаты. Я буду по ней скучать, потому что это нереально офигенная игра.
Да, только тебя, наверное, очень плохо слышно, поэтому говори, надо громче, надо Ничего говорить. страшного. Да, Ты я будешь знаю. сам с собой разговаривать. Ну, не понял, один Виларта тут всех уже поубивали или что? Или сейчас скажут, а, их никого нету. Доброе утро! Ну, Клэр, утро. А мы тут одни, Виларда? Да, пока что. Но это странно, Эш всегда приходит сюда раньше, чем я, до сегодняшнего дня. Ну, не похоже, что есть какое-то правило, говорящее, что ты должен быть здесь. Может, что случилось? Да, ты был прав. Это прискорбно. Я рада, что мы завтракаем... мы завтракали все вместе, наверное. Кстати говоря, ты что-нибудь сделал? Если нет, я могу сделать что-то. А, типа приготовить, да, приготовить. Нет, не беспокойся об этом. Если ничего нету, то что... Ну, я типа что угодно могу. Просто возьму немного фруктов, короче. О, хорошо. Может, я и это сделаю. Типа фруктовый салат. Сейчас, мне кажется, надо думать не об этом, а о кое-чем другом. Офигенно, они фрукты тупо хавают с корзины, все. Никто не пришел? Так никто не пришел, да. Может быть, все решили поспать? Ну, хочешь проверить? А? У меня немного плохое чувство. Может, необоснованное, но... Да, было бы неплохо проверить, проснулись они или нет. Хорошо, поняла. Пойдем. Так. И поэтому я пошла проверить Виларда, а остальные комнаты, ну, все остальные, которые это, да? Ну, по-любому их уже перебили. Кто их перебил, я не знаю. Виларда сторона. Уже сторона, я не знаю, кого только может быть сторона. Но Наэль... Видите, Наэль... Опять Клэр пропадает. Ох, ну Наэль, если их всех поубивал, чтобы защитить... Блин, слушай, а может быть это Наэль реально всех поубивал, чтобы остаться вместе с Клэр в конце? Но... Ну, так он же наоборот и хочет. Но какой смысл? Ну, он ее хочет защитить, поэтому поубивал всех, потому что он знает, что все будут пытаться ее убить. И сейчас, сейчас Виларда только убить и все. Мне кажется... Только тут зачем Сириуса? Не расскажут, а в бонусном эпизоде может быть. Про Наэля и кто он вообще такой. Так, вообще? Сейчас, Сириус, ты проснулся... Чё? А, пойдем навестим Сириуса. А, пойдем Сириуса найдем. Ну ты написала тут. Я не писала, это... Это я, так я и есть? Я просто сразу к Сириусу пошла. Нет, ты так написала. Сириус, ты проснулся! Нет, это вот Сириус, ты проснулся. Ты написала, бля. Сириус? А. Ага. А что, это странно? Тук-тук. Сириус, блядь! Если ты встал, скажи что-нибудь, что-то. Может, он крепко спит? Сомневаюсь, что кто-то настолько раздражительный, как он, не проснулся бы от этого. Может, он в другой комнате? Ох, верно. Давай попробуем следующую. Кстати, а он же сказал, что типа можете спрятаться. Кстати, он у нас... сказал это на Еле. Да. У меня жизни очень мало, кстати. И почему-то это у Виларда жизни мало. У тебя немного лечилок. А почему? Подожди, я не пойму. А ну давайте вылечимся. Ну, ты все равно сейчас драться здесь не будешь, так что... Да не спойлеришь ты, ё-моё. Я ты... тебе просто, что ты драться все равно не будешь. Не надо, все равно... Так, наверное, хватит пока. Офигеть, что. Не спорю, что я сказала, что ну, все равно, а вдруг... Ну, блин, не знаю. Так, давайте попробуем сейчас к Наэлю. Сразу же. Опять начну, да. А опять же, не будите меня и тому подобное. Ну, записка висит здесь. Ну, и все равно. Так. Эш, доброе утро! Эш? Никого нету. Может зайти? Нет ответа от Эша. Но это реально странно. Да. Может, я слишком много об этом думаю, но нам стоит поискать этих двоих. Так. Ну, к Наэлю опять можно зайти, но нифига. А, вот. Давай попробуем позвать Наэля. Тоже, да? Что такое, Клэр? Почему? Почему комната Наэля? Пахнет кровью. Smell like blood. Пахнет как кровь. А не пахнет кровью. Ну ладно. Как кровь-то звучит очень глупо. Ну, блин, а ну... кровью? Ну, как, не знаю, она что... Не уверена в этом. Отойди. Отойди в сторону, ха? Ты говоришь мне правду насчет того, что пахнет кровью? Да, без всяких сомнений. Я доверяю твоему носу. Замок открыт, пошли. Ну, как она может... Почувствовать кровь, ну хотя... Не знаю. Это Нейль? Или Эш? Я вижу по одежде, это Эш. Я вижу, это Эш. А, Эш? Вроде это Эш, да?
Он убил, мне кажется, он... А зачем? Не, ну Сириуса это тупо убивать, мне кажется. Сейчас посмотрим. Да, по одежде видно. Это он. Ебануться. Туфли гнутся. Это... Что это? Это его голова? Да, как можно было оторвать, отрезать просто так голову? Эш. Охренеть. Что-то написано кровью на стене за ним. Ух, ты прав. Давай посмотрим. Добро пожаловать в особняк. Я ведьма Дороти. Я съела голову этого парня на завтрак. Что? Это было очень вкусно. Его страх и отчаяние особенно. А на самом деле я хотел съесть еще больше, но это оказалось расточительным, поэтому сохранил объедки. Я буду пировать вами одним за другими, медленно, тщательно смакуя аромат. Говорит, как об орехах. Нормально. Если подумать об этом, это комната Наэля. Наэль, где Наэль? Не говори мне, что Дороти съела и Наэля тоже. Погоди, слишком поспешно предложить, что Дороти на самом деле написала это. Это может быть какое-то прикрытие. Прикрытие? Для начала убедимся в безопасности Сириуса и Наэля. Мы сможем поговорить позже. Да, верно. Короче, друзья, это просто жесть. Эш как бы вроде и заслужил, но в этой концовке он нифига не заслужил. Просто нифига. И музыка, вот эта музыка. Это было в пиксельных играх музыка. Это просто пиздец. Исследовать тело? Да. В теле у нас, походу, что-то в кармане, короче. Комната, ключ от комнаты Эша. Там даже висит, как он называется, его коса? Да, коса лежит выше головы. Да, головы нету. А ну я посмотрю, может где-то что-то тут? Может тут? Голова? Не, ну на всякий случай, мало ли. Блин, вот это вот реально жестко. Это вам не, я не знаю. Вот классная на самом деле игруха. Вот в стиле старых игрух, таких как ИП и тому подобное. Я не знаю, почему тут так мало просмотров на ней. Там, ну, я просто не представляю, потому что игруха нереально классная. Так, это его сумка. Заглянуть внутрь? Конечно, заглянуть. Эта игруха даже покруче, чем вот всякие Мэтфазеры и тому подобное. Ну, в какой-то момент был Мэтфазер классный, но вот это вот переплюнуло все просто пиксельные... Одна из самых классных пикселек. И вот, что я скажу, та девушка, которая... Что ты делаешь? Там пропустить. А вот эта девушка, которая перевела ее... ну, вот эта игра, короче, может сравниться даже с играми Ури. И то это даже другой стиль, и другая это. Кажется, он проводил очень пылкие исследования о ведьме. От газеты 12-летней давности. Кровопролитие ведьмы 26 мертвы. Погоди, это о ведьме Дороти? Да, самая жестокая из всех ее преступлений. Мы взяли просто заметку и все. Не знаю, что, стаканы осмотреть? Что это было? Мне показалось, или комната дернулась как-то? Так, ну, подожди. С другой стороны. Подожди, вот так, что ли? Some battle fun. Ну, короче, он с кем-то бухал, короче. Тут два стакана, два бокала. Он что, пил, типа, тут кто-то еще был? И две бутылки, заметьте. Вода и вино. А, вода и вино? Он, наверное, из воды вино делал. А посередине похоже на кальян. Да, кто-то еще пил. Да, кальян, ага. Да, они тут бухали, я не знаю, тут соединял. Да я просто проклацываю, что там может еще интересное есть. А что, идем в комнату Клэр, что ли? Ну, своя комната это у Виларда, своя какая комната, да? Мы с Виларда играем. Не получается, видишь, что-то мы не сделали, да? Что-то должно быть еще? А что у Эша можно там? Так. Может быть ножи? А может быть надо проверить вот это вот? Да е-мое. Тоже видишь, типа нету его, нет? Может еще что-то клацнуть? Тут вроде все то же самое. Ты уверена, что... А, может... Хотя... Сириуса были... Ничего нету, не происходит. Тут, друзья, должна... А, к Сириусу попробуй сейчас зайти. А, ну видишь, он же сказал двоих их, именно двоих. Так, друзья, сейчас проверяем. Что там, ходим как дурачки? Интересно, что с Сириусом? А у Сириуса дверь закрыта, а эта комната... Отперта? О, серьезно? Ну? Только не говорите, что Сириус... Ну, он пропал, мне кажется, не? Никого нету.
Никого нету. Никого внутри. И тому подобное. Никого. Стой. Проверим тут. То же самое. Я вообще не понимаю, зачем эти туалеты сделали. Ну а вдруг в туалет кто-то зашел и спрятался? Специально, чтобы они писали? Так, а теперь в свою комнату, да? Комната открыта, но нету Сириуса. Может, Сириус убил? Может, Сириус что-то вспомнил и убил? Что-то я сомневаюсь, что Наэль что-то сделал. Ну ладно. Вот теперь у нас заставка появляется. Так. Эй, Клэр, я бы хотел поближе взглянуть на эту газету, не возражаешь? Хорошо. Конечно. Ох, но я как помеха тут. Мне пойти к себе? Нет, совсем нет. Хочешь остаться? Хочешь остаться, хочешь уйди. Тогда я остаюсь. Я не хочу быть одной в такой ситуации. Ну да. Можешь умереть. Я думал, он скажет ей, типа, можешь умереть, типа. Можешь присесть тут. Хорошо. Я не только догнала сейчас парашютку, можешь умереть. Можешь поднять лапки кверху и умереть. Я думаю, что в смысле можешь умереть, когда это такое писал? Блин, у меня такое ощущение, что ты перевела, на самом интересном закончила. Потому что я уверен, ты не переведешь. Да ладно, опять. Мне кажется, ты не перевела на том, прям что все закончилось. Хотя... Ну, не знаю. Ты мне на ухо говоришь, а там никому не говоришь. Так, подожди, вот кто голову отрезал. Кто там, это? Кстати, лайм появилась, а я до этого не это увидела. Лайм? Лайм, по-моему, была и исчезла. Из Сириуса? Да ну нахер. Он что, всех поубивал? Да ну. Ну, тут понятно, что это не Леди Дороти, потому что... Да, Леди Дороти это вот тот она монстр. Она бы не убила. Лянь, он просто с ума сошел. Блин. Да ну. Но кто? Ну неужели... Да Наэль не может быть такой. Теперь сторона Лайм. Давайте сторону Дороти еще сделайте. Вот это я буду орать. Бля, я охуею, если... Извиняюсь за мат, но я охренею, если это... Те там убивали не Эш и не другие, короче, а вот этот вот мудила. Да ну нет, Наэль слишком добрый. Ня-ха-ха. Ну не спойлери, ну зачем? Да я ничего не говорю, ты что ты говоришь, слишком добрый. Ну потому что ты видишь, он пытается защитить. Да, но он может убивать. Блин, спойлери, я игру не знаю. Ты так говоришь, он хороший, это означает, что он не может быть убийцей. Я не смотрю. Ня-ха-ха, все идет хорошо, идет очень хорошо. Ня-ха-ха-ха. Я даже мало разговариваю на этой серии, потому что у меня... Я прям не знаю, я даже не знаю, что говорить, потому что тут очень жестоко все. А что это? Ух, ничего. Просто какая-то бумажка. Понятно. А это, кстати... Ох, ну, похоже, теперь я определенно проиграю этот спор. Что? Если она там появилась, там она, скорее всего, может, забрала вот этот договор, который там на столе лежал. Потому что, когда мы тут уже были, показывали, там лежал кстати, на... Да. на столе договор. И, скорее всего, это она забрала его, наверное. Не знаю. Ты можешь просто выиграть с такой скоростью Шарли. Как здорово. Ты должна как-нибудь угостить меня. Так она выиграла или та выиграла? Она говорит, ты сможешь выиграть в этот раз теперь. А, ну подожди, а Клэр идет какая-то речь, я не пойму, где это. Как здорово, ты должна быть у гостей. Вот, конечно. А тут Клэр написано. А, Чарли, подожди. Так. А, друзья, извиняюсь, я немножко неправильно прочитал. Она написала, ну, похоже, теперь я определенно проиграю этот спор. И вот, ты сможешь просто выиграть такую скоростью, Шарли, как здорово, ты должна быть как-нибудь меня угостить. Но почему она проиграет, если она забрала договор, непонятно. Mm-hmm. Конечно, я выиграю так много в последнее время, что мне совсем не весело. Оу. Кстати, где Наэль? Он спит, но уже время, так что он скоро проснется. Так что тебе любопытно о нем? Что тебе любопытно о нем? Да, мне интересно, какая у него будет реакция, когда он увидит ситуацию. Не могу дождаться. Может, что он как лунатик убивает всех? Не говори, что тебе его немного жаль, Наэля. Я думаю, он жалкий, но я ни секунды не думаю, что я хочу, чтобы он был счастлив. Я хочу, чтобы Наэля страдал больше и увидел ад. Может, тогда и я смогу... Он и я. Может, тогда он и я смогут увидеть мир в одинаковом свете? Хо-хо. Хо-хо-хо. А может тогда он станет первым человеком, который поймет меня? Может быть. Блин, ну неужели это он убивает? Но как? Зачем? Может в нем есть... Блин, а что если в нем раздвоение личности? А ну-ка.
Где этот Нейль все это время был? Если в нем раздвоение личности, одна убивает, а вторая нормальная. Хотя... Опять же, Патриция и Наэль. Но это будет очень жестко. Кем? Почему ты продолжаешь так смеяться? Без причины. Без причин. Просто так она имела в виду, да? И музыка опять эта странная. Так, нам сюда, походу. Ах, это странно. Дверь открыта. Ну, прострелили уже, там замок сняли. Ну, серьезно. Только не говорите, что это Виларда и Клэр. Ну, не может быть. Это Сириус? Разрезанный? Это Сириус, ебать, перерезанный, фарш и Эш. О-о-о, пиздец. Я уверен, что YouTube монетизацию сразу вырубит в этом видео. Я смотрелся вокруг и увидел кровавые куски плоти, жестко разбросанные. Куски лица, конечности, такие детали выделялись так ярко, что хотелось только отвернуться. Судя по одежде и цвету волос, этого не могло быть, эти куски плоти были... Да... Сириус? Эш? Этого не может быть. Почему они двое? Почему они в моей комнате? О, боже. Страйк. А трагедия начинается. Изуродованные трупы. Как здорово. Музыка офигенная. А, все это в твоей комнате. Что бы это могло значить? Кто-то, скорее всего, просто... Типа подвел под... его. Наверное, подставил. Угу. Почему это? Теперь ты можешь быть виновником, интересно? Что интересно? С этими двумя мертвыми остался только один. Клэр не совершала бы убийство. Ага, это должно быть Виларда? Неужели у нас еще какой-то персонаж есть? Но это не Виларда и не Клэр. Ну, на двух меньше. Что теперь? Продолжать или вернуться? Вернуться, наверное, перезагрузить, да? Опять же мир... Да, есть всегда третий выбор. Возможно, это то, что я рекомендую. Даже не шути насчет третьего выбора. Я продолжу как обычно пока что, пока Клэр жива. Мне кажется, третий выбор, она не... Клэр убить. Клэр. Да. А? Ну, удачи. Хотя, это, мягко говоря, неприятно. Я думал, что делал хороший прогресс. Только подумать только, что все случилось так. Блин, а может быть третий выбор и может быть и не такой. Может быть, да. Я никогда не хотел делать никаких жертв. Сириус, Эш, мне жаль. Капец, но тут не... И что, он убийца уже? Ну да. Чайки. Но это какой-то другой персонаж. Но это не может быть Вилард. Виларда-то с нами был. Наэль, что это? Хотя Виларда мог только убить только тогда, когда она спала. Но кто сейчас убил? Ну, если он не был с Клэр. Ну да, то есть Талада не убил, кто порезал и принес сюда куски. Да, да. Вот это вопрос. Сейчас будет... Да, сейчас они подставят Наэля 100%. Потому что у него в комнате и все мертвые. Капец. Добрый день, все. Почему он красным говорит? Это написано опять. Вы в порядке? Это я, ведьма Дороти. А, надпись. Я была слишком голодна, поэтому я победила и перекусила. Победила. Головы были самыми вкусными, но торсы тоже были мягкими и вкусными. Если бы я смогла их оценить, то они были бы на 85... Типа из 100. Из 100? Про баллов? Все так же, как и раньше. Что за больной преступник? Ведьма Дороти? Так, где ты был, Наэль? Тебя не было в твоей комнате. А? Прости, Наэль, из-за всех этих обстоятельств мы взломали твой замок? Замок, да. Взломали замок? Да блин, ты пишешь тут? Тут вообще половина букв непонятная. Ладно, почему ты лгал, что спишь и повесил эту записку? Ты сделала это, не так ли? Я? Нет, это не я. Я бы не сделал ничего настолько ужасного. Тогда как ты думаешь, кто это сделал? Кто? Почему он спрашивает меня? Разве это не он убийца? Что ты говоришь, Виларда? Преступник дал свое имя, Дороти. Как я уже говорил, не принимай это за чистую монету. Как насчет тебя, Наэль? Ты думаешь, Дороти преступник? Или виновник? Я думаю, нет. Что? Тогда кто?
Я думаю, преступник один из людей. Ох, да. Не может быть, кто-то из нас сделал настолько ужасное. Забавно, я думаю, то же самое. Ты тоже Виларда? Так, ты подозреваешь меня? Мне кажется, сейчас бой будет. Похоже, я попал в яблочко. Но нет, нет никакой возможности, чтобы я смог разрезать его так, по меньшей мере. Верно, Клэр? Да, вот. Это правда. Я думаю, это было бы невозможно для меня или Виларда. Вы можете говорить это наверняка? Вы можете быть в этом уверены, Клэр? Да, я могу. У Виларда есть алиби. Я могу доказать это, ладно? Это нелепо. Я не могу представить, что Клэр солгала в это время. Что за взгляд? Насколько ты отчаялся, чтобы подозревать меня? Наверное, это потому, что ты выглядишь более подозрительным. А? Я? Ну а кто же еще? Я не имею в виду, что я могу подтвердить, что ты убийца, но тебе не кажется, что это немного сомнительно, что ты говоришь, что ты не говоришь, чем занимался? Я не люблю закапываться слишком глубоко в людей, но чисти сначала собственное имя перед тем, как подозревать меня, ладно? То есть, типа, алиби скажи, да? Подожди, но тогда... Возможно, я самый подозрительный из всех сейчас. О чем вы говорите? Двое. Наверняка Дороти убийца. Так, прекратите с этим, ладно, ладно? Ну, возможно и так. Возможно, я и сам слишком далеко зашел. Я возвращаюсь в свою комнату. Не хочу торчать тут вечно. Так, Женаэль, вот ключ от комнаты Эша. Что? Сомневаюсь, что ты здесь можешь спокойно отдохнуть. Верно, должно быть, будет лучше использовать комнату Эша для этого. Спасибо. Хорошо. Блин, ну ты издеваешься. Ну как можно было заканчивать на таком моменте? Ну... Что ж, я тоже пойду. Пожалуйста, будь осторожна, Эль. Ну как вот, на таком можно заканчивать? А они вообще, какой спать? Вы серьезно, двух людей убили? Спать? Реально? Друзья, знаете, в чем прикол? У нас вот это конец серии, на самом интересном, я не знаю, я затрало, я попрошу, конечно же, заставлю даже, чтобы она до конца добила вот эту вот серию, потому что мне кажется, да, это же уже конец, там, наверное, одна серия или две? Не знаю, сколько. Примерно по времени, ты не знаешь, сколько? Не знаю. Друзья, ну тут мы уже дошли до конца, тут надо добивать, мне кажется, и идти дальше в ту игру, которую мы взяли, «Кармана зеркальца». Если вы не поставили там лайк, тоже поставьте, пожалуйста, обязательно, пишите свои комментарии, как вы вообще, как вам понравился этот момент. Я, честно говоря, в ахере, кто этим человеком может быть новым, без понятия, но обязательно не спойлерите, пожалуйста, потому что за это банчик. Может быть, это вот эти... Не ведьмы, а вот эти демоны там... Вряд ли, это мне кажется. Могли бы и так убивать, если подумать. Мне кажется, они подсели на Элли, потому что им скучно. И смотри, что говорит Лайм. Она говорит, что типа, ну... Она какую-то взяла, как будто бы договор. Ей не нравится Нель, она считает его жалким. И мне кажется, она еще больше хочет типа его подставить, там, чтобы там... Не знаю. Ну, ладно, друзья, узнаем, что там будет дальше. Приходите на стримы на наши. Завтра будет стрим. Точнее, сегодня уже, потому что это видео выложится как раз именно, ну, с утра. И потом все будет видно. Так что такие дела. Всем удачи, пока, до встречи. Не забывайте подписываться.